премию будет. Он единственный, который общается. Да, больно, но надо, извините. Когда выигрываем, мы все радуемся, идем интервью, даем там, где угодно. Как только проиграли, опустили и пошли. Но надо тоже понимать, что народ хочет и так видеть. А удар надо держать. Что же сделать? Футбол же не состоит из одних побед или спорт. Поэтому я считаю, что это не есть правильно. Есть и другое мнение, наверное, что кто-то, какой-то журналист ущемил какого-то футболиста. Может быть, какую-то статью написал или еще что-то, я не знаю. Но я не запрещаю. Вот Саша сидит здесь, ни в сборной, ни в клубе, я не запрещаю. Наоборот, я говорил, что... Вы принимаете запитание. Нет, ну в клубе я даже сейчас сразу говорил, что... Ну ты сам отказался, ну что я виноват. Это был вопрос, да? Ну, в принципе, так. Але якщо вже відповіли практично на нього повністю, то можна ще одне питання? Це вже третій. Бог любить тройці. Давайте на цьому закінчимо. Ви вже практично майже тиждень в команді. Ви вже якось звиклися з думкою з Динамо, з формою Динамо? Я что-то не пойму. Выхожу в костюме. Почему в костюме? Выхожу в динамовской майке. Почему я в динамовской майке? Я что-то не понял. Ну извините, я тренер, а не фотомодель. Но слышите вы с ощущением того, что вы уже тренер Динамо? А что я делаю? Я работаю каждый день по две тренировки, теория, это. Я каждый день нахожусь на базе. Я здесь уже дню и ночую, поэтому для меня это нормальный ритм. Я вошел в ритм, поэтому ничего не вижу сверхъестественного. Да, выходные будут завтра. Я извиняюсь. Может, мы... Спасибо, мы пойдем. С обзором имею ограничение времени, мораю наставить тренирование, почине тренирование управо сада. Ако больше не постоит питание, значит... Выходных нет вообще. У меня точно нет. Потом один выходной и идет под не в Днепру. Дальше, кто останется в трех сборных, да. Спасибо. Спасибо. 15 минут тренирования без прыжки для змей.